К сожалению, вот, допустим, вот касательно традиционного православия, допустим, да, и большей части, к сожалению, католицизма, это темный лес, к сожалению, увы. Но дело идет, реформация движется, во всех конфессиях фактически перемены идут. Вот, а вторая идея спасения – это, собственно, погружение. Это как, если на примере с огурцами, там, ну, запоминаем пример. Так что, когда будете банку огурцов открывать, вспомните проповедь. Будет у вас иллюстрация такая. Так вот, если пример с огурцами, огурцы, вот, допустим, на грядке растут, да, вот они там, в теплице или где, значит, так вот, они с матерью, как говорится, сырой землей пуповины связаны, через которую и в жизнь приходят, они растут, все. Но однажды хозяин берет что и отрывает их. Ну, для огурца это смерть, по сути, да? Вот этот образ покаяться, что отрываться от земли, все. Ну, и другие огурцы думают, вот пропал, какой огурец был, а? Молодец. И все, пропал друг. Но на самом деле они не знают, оставшиеся на грядке, что на самом-то деле это их судьба печальная, если они останутся там. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был собран в закрома, чтобы никто не погиб и ничто не погибло. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы весь урожай был собран в его закрома и ничто не погибло на этих грядках этого мира. И потом для огурца наступает новая жизнь. Он попадает в другую совершенно атмосферу, в рассол. С грядки прямо в катки. Попадает в катки, и там у него новая атмосфера. Там чесночок плавает, там травка плавает всякая. Там соли много, там, значит, что еще там, ложат там еще все, хрен, да, там. Короче, да. Как? Смородина. Ну да, вот уже даже, ну это уже такие гастрономические такие тонкости такие, да. Вот я, кстати, в 91-м году как раз, последние еще месяцы были Советского Союза, я служил в Рязани, в Борисоглебском соборе там служил священником, одним из там священников. Это был кафедральный собор. И знаете, у меня была такая возможность поехать, ну, в паломническую поездку в Поволжье, мое родное Поволжье, где я, в общем-то, родился и мое детство прошло. И знаете, там интересно так, был на источниках всяких, там Дивеевский монастырь тогда еще закрытый, еще, ну, как бы уже открывался уже. Вот. И, значит, и представляете, ну да, конечно, в то время был очень религиозным таким молодым священником. Вот, целовал все мощи там, иконы целовал, значит, там, и перецеловывал все это, вот, лобызал. Вот, слава Богу, Бог меня от этого освободил в 96-м, вот. И, знаете ли, ну так вот, и там я пожил у двух бабушек. Остановился я у двух бабушек, бабульки, красотульки просто вообще. Вот, старинные бабушки, они еще с 19 века родом были обе. Вот, то есть в 91-м году им было одной там 94, другой, по-моему, 96, по-моему. Но у них небольшая разница между собой. А их соседка была, они звали ее Молодуха. Она была 1900 года. Ей 91. Но они как бы ее так дразнили, Молодуха. Вот еще. А эти бабульки-красотульки, их звали, одну звали Ульяша, другую Дуняша. Вот. Я хотел их как-то по-взрослому назвать, они обижались. Говорят, не-не, батюшка, пожалуйста, только вот Ульяша именно и Дуняша, только так, мы всю жизнь только так. Но они вот в девках засиделись и так вот почти до 100 лет вот как бы вместе прожили, как бы, вот, и как бы так вот век коротали. Вот. Но интересны такие бабульки, одна из них как в мультике, вот потом, вот, новом этом, где там бабушка там лицом до земли-то вот такая вся, про Алешку Поповича-то. Вот, значит, вот такая. А вторая, наоборот, как струнка такая, вся тоненькая такая, значит, и вот такая прямая. Вот, значит, и, ну, они молодцы. Вот, я у них там ночевал, вот, и так интересно, с позаранку, с петухами первыми еще, с петухами, знаете, они уже затягивают песенку, одна, вторая, хоу, молодцы.
Это хорошо, когда человеку под 100 лет, а он поет, душа поет у него, Христа славит. О-о-о. Конечно, да, я был удивлен. И вот бабушки сами хлеб пекли, сами все делали по дому. Вот. И их шедевр был гастрономический. Это, конечно, это вот катки, такие дубовые катки были. В одной катке полная была грибов, вот, а другая этих огурцов. Вкуснятина невероятная вообще. Вот, значит, это что-то... Вот сейчас я тогда был, ну, не знаю, ну, глупый, но вот записал бы рецепты бы какие-то, вот сохранил бы, но вот... Ой-ой-ой, ну ладно, вот, но вкуснятина неимоверная вообще. Вот, значит, свой этот хлеб, значит, и вот это вот, эти огурцы, картофель, они так простая пища, но такая вкусная вообще. И вот запомнились мне те вот, Ульяша и Дуняша. Они старинные были, они еще до революции стали уже там послушницами в этом монастыре. Вот, значит, и в этом Дивеевском там, или как-то еще, ну да, в Дивеевском монастыре получается. Вот, значит, и были послушницами, и Малый Постриг приняли обе. Ну, они как бы с одного села и вместе так вот пошли по жизни, как бы, и в монастыре. А потом их на послушание отправили куда-то там в село, даже не в село, а вот эти вот, где поля были монастырские. А в это время пришли коммунисты уже, значит, уже была, ну, после революции, значит, и приехали коммунисты туда. Монашек всех там насиловали, убивали, вот, значит, а эти две девчонки спаслись. Вот, значит, они когда ну, прибыли уже в монастырь, уже все, все монашки были мертвые, вот, всех там порубили, вот, шашками порубили, там, ну, куски тел собирали, настоятельницу всех там этих монашек, собирали головы, руки, отдельно ноги, все, вот, что могли сохранить, сохранили. Ну и платья свои все монашеские тоже сняли, они переоделись в простых этих крестьянок уже. И договорились уже, помолились они, договорились, когда пришли уже в себя от шока этого. Ну, были еще девчонками совсем еще, молодыми еще. Вот, договорились, что раз такое дело, раз такие гонения, убийства, то, ну, как бы, мы от монашества не отречемся, мы останемся монашками, но будем так вот, как крестьянки. Барышни-крестьянки, это монашки-крестьянки. И они так и остались всю жизнь, вот так вот. Вот у этих бабушек я и жил. Потрясающе. Знаете, я там, пока несколько недель у них пожил, я скажу, я как будто как, какие-то, ну, не знаю, фильмы смотрел, как будто бы сериалы смотрел. Они столько понарассказывали, что я, ну, скажу, до сих пор. Вот жалко, не было ни камеры, ни диктофона, так чтобы записать хотя бы такие рассказы потрясающие вот, об их жизни. Вот. И пусть Бог нас благословит в нашем погружении в Него. Некоторые верующие считают, что это разовое переживание, принять Христа верой и все. Но Павел пишет уже к верующим, принявшим Христа, чтобы принять Христа верою, чтобы они принимали Христа верою. Что это действительно это погружение во Христа, ежедневное наше погружение в Него. Ежедневное погружение и пропитывание им. И если не погружаешься, то выгружаешься. Одно из двух. Здесь вот такого, знаете ли, ну, диалектика, господа, вот нет ничего такого статичного, замершего однажды навсегда в этом тварном мире, который реальный, этот мир реальный, но он не такой реальный, конечно, как реальный, реальный Божий мир, реальный, реальнейший Божий мир. Но в этом мире тварном, земном, в котором мы сейчас находимся, живем, то действительно все меняется, все течет и постоянно, и поэтому процесс в этой земном бытии нашем, жизни нашей земной, погружение во Христа, погружение в Него и пропитывание им. И в основном оно совершается вот здесь. И вот здесь. Оно совершается нашим естеством, размышлением о Нем. Когда до рождения еще Христа спрашивали мудрецов еврейских, опять-таки этих двух школ, вот этих как раз школа Гиллеля, школа Шамая, они между собой, эти школы, спорили постоянно, но был случай уникальный в истории этих школ, когда они пришли, они, обе эти школы пришли к одному и тому же мнению. Это был потрясающий момент. Им задали вопрос, какой стих как бы, в писаниях наших еврейских самый главный, основной, как бы золотой стих. Найдите нам такой как бы золотой стих. Вот как вот у нас, новозаветных верующих, сейчас Иоанна 3,16, да, знаменитая. Вот, какой стих открывает всю Тору, пророков, все писания еврейские? И самое интересное, обе школы нашли этот стих в самой странной книге Библии. Она называется «Шир га-Ширим»,
Песня песней. В книге всех книг есть песня всех песней. Это песня любви. Она странна тем, что в этой книге нет имени Всевышнего Бога вообще. Если в книге Эсфирия хотя бы есть образ имени, будем так говорить, можно как-то хотя бы прообраз увидеть, то здесь вот это вот то, что мы называем тетраграмматон, да, вот именно Йод-Хей, Вав-Хей, Яхве или Иегова, имени Всевышнего Бога нет там, в этом сборнике, в этой книге. Поэтому ее считали странной, эту книгу. Это песня песней. И мудрецы этих школ, не сговариваясь, указали на один и тот же стих. То есть в книге всех книг есть песни всех песней, а в ней есть стих всех стихов. И они сказали так, оригинально он звучит таким образом. Они, то есть я, да, они ледоди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, пишет переводчик синодальный. Возлюбленный мой мне. Но при всем уважении к переводчикам этим синодальным, или как порой в семинариях еще смеялись ребята, как раз в 87-88 годы в Москве, там, в Загорске, я впервые услышал такое выражение «синодальный перевод». А потом то же самое я услышал в Ленинграде, уже приезжал в Ленинград, значит, в Александра Невскую лавру тогда, 87-й год, на занятия попадал к архимандриту, ушел в вечность не так давно-то он. Януарий. Еще его дразнили, отец Януарий. Да, точно. Архимандрит Януарий. Тогда он был игуменом, по-моему, не помню уж даже. Но одним словом, значит, а он был знатоком писаний. Ну, в Советском Союзе ни много ни мало, а лучший знаток был греческого текста вообще, греческого языка. Вот, в Академии наук СССР перед ним снимали шляпу, как говорится, лингвисты. Академики старые советские, то есть как бы это о многом говорит. Вот так вот, значит, и потом знаменитый подстрочник греческого Нового Завета, это же его детище, собственно. Вот, то есть он был на самом деле один из редчайших случаев, который вот я наблюдал в традиционном православии, именно человека, знавшего Писание очень хорошо. Он жил этим Писанием просто. Вот, это потрясающий был человек, конечно, я много очень подчеркнул, но тоже я услышал такие вот эти... услышал такие вот эти выражения. Сильно дальний. Странно очень, думаю. А оказывается, вот это вот ле-до-ди, ве-до-ди, оказывается буквально, ну, до-ди, понятно, да? Ну, кто знает еврейский немного, хотя бы слышал хотя бы какие-то слова, имеется в виду, что я полностью в нем, он полностью во мне. Это без остатка он мне принадлежит, я ему без остатка полностью принадлежу. Я растворился в нем, он растворился... То есть там слишком, конечно, большой перевод, если буквально переводить. Это надо десятки предложений. Некоторые слова имеют эти до 70 значений на русском языке. То есть это десятки нужно предложений, чтобы полностью описать весь этот смысл. Но имеется в виду даже вот как вот интимная близость мужа и жены. Когда оба вместе, они... Вот как говорят, кончают, да, вот, или как, ну, одним словом, они вместе на пике наслаждения. Они, вот это ле-до-ди, ве-до-ди, с иврита буквально, как описание самого величайшего экстаза двух людей вместе, без всякого остатка. Представляете, то есть это имеется в виду, что человек... Провозглашая такой стих, он имеет в виду, что Бог и я, мы вместе в пике наслаждения друг от друга. Он от меня, а я от него. Мы вместе полностью удовлетворены. И, они, и мудрецы говорили, школа Шамая особенно это утверждала, что это есть прообраз как раз именно, действительно образ высшего наслаждения человека и Бога. Бог наслаждается тобой в высшей степени. Ты наслаждаешься им в высшей степени. Это просто потрясающее писание. И знаете, друзья, на самом деле
получается, что мы погружаемся в Него, а Он погружается в нас. Хо. И печать Духа Святаго, печать Божья в нас какая? И познал Господь своих. То есть Он погружается в нас, мы погружаемся в Него. Мы познаем Его, Он познает нас. Хотя, казалось бы, что Ему познавать нас? Он и так знает нас, как облупленных. Прежде нашего бытия Он был, Он сущий от века, и как бы Он нас и задумал, как бы и сделал, и все. Нет, не все так просто. Оказывается, Он-то нас создал по образу своему и по подобию. И познает нас. Его мечта погрузиться в нас, насладиться нами, познать нас. И познавая нас, мы отмечены тогда печатью Бога. И вот эта сверхъестественная жизнь учеников, потому что они шли, проповедовали, и Господь содействовал чудесами и знамениями их вот эта проповедь, их деяния, да? Мы говорим деяния, потом уже после Евангелия мы читаем деяния апостолов, да? Но на самом деле это деяние Духа Святого в нас, верующих, через нас. И два тысячелетия деяния Духа Святого. Вот свидетельство такое. В моем служении реформаторском, современном, так говоря, реформаторском православном служении, знаете ли, до сих пор у меня тоже много вопросов ко Всевышнему Богу, но я живу последних, особенно 15 лет, уже больше, чем 15 лет, живу вот этим откровением, спасибо, откровением, что Он есть воскресение и жизнь. Давайте откроем тоже место Писания, или послушайте, по крайней мере. Евангелие от Иоанна, 11 глава. В 11 главе рассказывается о в служении Иисуса было самое такое прославленное чудо. Воскрешение Лазаря, который был уже четверодневным. Уже шел четвертый день после его смерти. То есть Иисус, не обратили внимание, наверное, да? Что ему сказали, что Лазарь плох, приди, исцели. То есть это не просто так было сказано, конечно. Вот. Но он как будто бы спешил, но не торопясь. А пришел уже тогда, когда все. Уже был четвертый день. Почему? Если мы обратимся к еврейской традиции и к учению, мы поймем, почему он не спешил. Потому что если бы он воскресил друга своего, Лазаря, в первых три дня, то тогда бы он дал бы основание сказать религиозным вождям, что... Как Никодим говорил в свое время, да, в 3 главе Иоанна, что мы знаем, то есть он не только за себя расписался, а еще за кого-то там, наверху. Мы знаем, говорит, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Так вот, если бы он Лазаря воскресил первых три дня, а это допускалось, еврейской теологии допускалось первых три дня воскресения, но после трех дней... До сих пор в иудаизме я общаюсь с раввинами, не только мессианскими раввинами, и традиционными ортодоксальными, и они однозначно признают, что после трех дней, согласно учению еврейскому, доктринам, которых в ешивах, в семинариях учат, будем так говорить, что уже все, невозможно воскресение. То есть возможно, но уже даже и будет, но воскрешение праведных уже в последний день. И Марф, и Мария тоже так верили, в общем-то, что знаем, воскреснет наш брат, но в последний день воскреснет, да. Но Иисус сказал 25 стихом, «Я воскресение и жизнь». Иоанна 11, 25. «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И дальше говорится, «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Конечно, и Марфа, и Мария, и все были шокированы, когда все это произошло.
Представьте, воскресив Лазаря, он тем самым показал, что он не просто пророк, не просто учитель от Бога, не просто самородок такой. Нет. А Слово, ставшее плотью и обитавшее среди нас, полной благодати и истины. Это была настоящая революция сознания. Но так как не хотелось меняться религиозно-мафиозной структуре, они, посовещавшись, решили убить Иисуса. Меньше будет головных болей. А заодно и Лазаря убить тоже. Вот так вот. На что способна только религия? Убивать и все. Ломать не строить, убивать не рожать. И вообще, как, вот все шиворот на выворот в религии. А Иисус, по сути, явил не религию, не создавал он новую религию. Он не говорил, что там вот новая религия будет создаваться. Нет. Он веру. Делился верой своей, живой верой. И эту веру нес в массы, как бы, всем, всем и вся, являя Бога живаго. Аллилуйя. И вот Он есть воскресение и жизнь. Вот в этом стихе, 25 стихе, два этих имени, которыми я живу последние эти 15 лет. Потому что в 2003 году эти слова, они ожили в моей жизни. Я хочу, уже кто-то слышал, наверное, мое свидетельство это, может уже, или на Ютубе, есть там мое полное свидетельство об этом. Но вкратце расскажу, что в 2003 году я впервые молился за воскрешение умершего человека. Вот. До того никогда не молился. И даже не думал, честно говоря, и даже не гадал, чтобы мне так молиться. Но случай, Его Величество случай, как вот этот Чарльз Спердженн говаривал, что Его Величество случай – это псевдоним Его Величества Господа Бога. Когда он напрямую не работал под своим именем, он работает под псевдонимом. Случай. Да, и вот, значит, что произошло? Мы жили в Киеве, когда мы снимали квартиру на Харьковском, возле метро Харьковская, тогда она была Кинцева. Значит, и мы ехали в Россию, я с женой, и у нас тогда было пятеро детей, они были еще маленькие, нам казались, да, но сейчас у нас шестеро детей, уже внук уже растет, один пока только внук, вот ждем дальше внуков, внучат, вот, и благодарю Бога, конечно, за все это, вот, но тогда, вот я был за рулем, жена была со мной и пятеро детей наших, и вот мы ехали в Россию и в Орел ехали, и представляете, вот не доезжая Королевца, отсюда если ехать, да, возле Королевца, там место есть такой Лапшин, вот было ДТП, я сбил подростка там, школьника на мотоцикле, выехал покататься, школьник, и вот из одного села ехал в другое село, через эту трассу, и вот это было ДТП, не удалось избежать столкновения, удар был сильный, вот, и мы все были целы, убедился, что жена, дети целы, выскочил из машины. Вот, этот мальчик лежал на асфальте, мотоцикл, не подлежавший восстановлению, как сказали потом уже, все, значит, удар был сильный, но все-таки как внедорожник на скорости, вот, и прямо, как говорится, по мотоциклу, и прямо по пацану. Ну, железо это и железо, как бы, а вот когда вот сам пацан, и я тогда впервые в жизни вопил к Богу. Вот именно так, как вопил. Просто именно вопил к Богу. Я даже не помню, что я там говорил ему до конца. Я просто не соглашался с его смертью. Знаете, этот мальчик, ну, вот как мой ребенок. И понимать, что на себе кровь человека, вот, просто было выше моих сил. И я вопил к Богу. Странно переживать. Я помню переживания. Я художник вообще по своей специальности своей, доцерковный. Художник-оформитель, художник, поэтому у меня больше образное такое как мышление такое. И знаете, вот я помню переживание само, переживание вот той молитвы. Импрессию, как художники говорят, впечатление сохранилось. Послевкусие такое.
Знаете, вот странное очень такое впечатление было, как будто мы с ним одно тело. Как будто он еще одна моя нога или рука, вот часть моего тела. Настолько, никогда в жизни так вот, ну, не переживал ни такого на молитве. За кого бы ни молился, даже за самых родных и близких людей. А здесь вот такое было. А потом в какой-то момент вдруг я перестал его ощущать, его чувствовать. Как будто бы уже, да, я – это я, а его тело – это его тело. Все. И вдруг на самом деле его тело зашевелилось, признаки жизни явно. Он даже стал пробовать садиться. Я, конечно, был там сразу, значит, как тот еврей говорил Иисусу: «Верю, Господи, помоги моему неверию». Как бы, значит, странно, сам там о чем просил, но когда Бог ответил, сам говорю, как бы не знаешь, как в это поверить. А потом думаю, стоп, а может быть это был не летальный исход, может это просто у него такой был обморок такой у него, как бы, ну вот, мало ли, отключился так вот, серьезно, и похоже на покойника был, а может это не покойник был, сам себя успокаиваю, как бы, а потому что это такой стресс, знаете, шутка ли. Вот, значит, потом дальнейшие все события показали, что это все-таки был летальный исход, а не просто обморочное состояние, обморок. Что было? Приехала скорая помощь, а он садился уже, и головой, как бы у него сзади голова была, как вот, ну, переспелый арбуз, трескается, вот, знаете, вот, кости там разошлись, треснули, и там эти мозги были видны, там колокотала масса эта. Вот, значит, и он еще лез туда, у него чесалось, наверное, сзади, думаю, не дай бог, что мозги еще почешут, значит, как бы, значит, поэтому я ему придерживал, чтобы он не залез туда, ну, мозги, вот. И, значит, приехала скорая, вот, я думал, такое только, знаете ли, в юморесках бывает, а в реальной жизни такого, что даже и юмореска такого не бывает. Короче, из медикаментов одни носилки, вот реально, вот, я, как бы, вот не ожидал такого, честно говоря, поворота событий. Ну и белый халат, там, значит, да, значит, вот, и носилки, все. Больше скорой помощи ничего не было, абсолютно вообще. Даже зеленка там или что-то еще, бинта, ничего вообще. И это было даже, она написана была «скорая медицинская помощь», но все три слова было ложь. Это была буханка, старая советская такая вот УАЗик-буханка, проржавевшая, сзади закрывалась лопатой. Ну, даже труповозки, ну, лучше выглядят, знаете, как бы, значит, чем вот эта скорая помощь. Вот, ну ладно, но слава Богу, что хоть там люди воровали медицину, но зато Бог, Он там присутствует, реально присутствует при том. Кстати, потом, ну ладно, это уже отдельно. И вот, значит, врач сказал только фразу, когда мальчика погрузили туда, что мы его не довезем, а если довезем, то, ну, как бы, шансов никаких, то есть это все, морг, уже жмурик, или как он там сказал, что такое сказал он. Вот, значит, но я, конечно, да и не было времени спорить там с ним. Его, он же не видел в воскресенье, он видел уже мальчика сидящего на асфальте. Вот, значит, и мальчика забрали туда, в больницу. Жена, дети так успокоились, они были уже возле машины, а я ушел там в посадку помолиться. Молюсь, ну, как бы, и за там пацана молюсь, вот, как бы, ну, за его исцеление, чтобы он, ну, все-таки довезли его живыми, чтобы он там как-то выжил все-таки. Вот, и знаете ли, как бывает, молишься, да, у вас такое бывает, наверное, тоже, да, молишься и понимаешь, что, как бы, все. То есть ты сам молишься, а дух не молится уже, все. То есть, как бы, дело уже сделано, как бы, и все. То есть мой ум отказывался понимать это, но я, ну, говорю, ну, все, я еще пару раз попробовал помолиться, но сам не люблю молиться без духа. Не люблю, когда сам молюсь, а только воздух теребить, и все. Ну, как бы, ладно. Ну, и стал молиться в целом за все. Потом приехала милиция, там, познакомился я с этим Сергеем Шкура, там, капитан был тогда в милиции, там, на дороге на этой. Вот, и, ну, милиция мне сразу, они это, да и они сказали: «Ну, батюшка, ну, это летальный исход точно». Потому что, ну, по всем, не первый год на дороге, вот, они видели его транспортное средство, мотоцикл, не подлежавший восстановлению, значит, вот, значит, там, как бы, и ваше транспортное средство, значит, там, где тело лежало, ну, это все, по всем милицейским приметам, это летальный исход. Я говорю: «Нет, ну, не в морг, а в реанимацию повезли, ну, хоть ненадолго». Ну, поверьте, батюшка, не первый раз, ну, решили меня успокоить, еще пару страшилок рассказать мне своих ментовских, но это меня только еще взволновало, наоборот, вот, а не успокоило. Ну, ладно. Значит, и потом мы ехали туда, значит, в этот Кролевец, собственно, вот, и больница, что я трезвый, все такое прочее, освидетельствовали, потом был в милиции в этой,
Значит, и в кабинете следователя уже стресс немного так доходил уже. Знаете, вот. А то мне казалось, как будто не со мной происходит, как будто кино вижу про кого-то вообще. Мне казалось. И представляете, значит, и дальше, ну, с моих слов было записано все, что я там рассказал, значит, он и подписался. И сидел в кабинете следователя, что там скажут дальше делать, что якобы уже стресс догонял такой, честно говоря. Понимание, что все это реально произошло вот так. Вот, значит, и даже если мальчик выживет, то инвалид на всю жизнь, как бы, значит, если он даже выживет. Но самое интересное началось, тут же началось, в кабинете следователя. Заходит врач, я познакомился там с разными потом медработниками там, и особенно с младшими персонал. Они были очень такие возбужденные все, санитарки, медсестры. Врачи более степенно были, но как бы не менее удивленные были, конечно. Вот, и врач скорой помощи первый весь донес такую. Он зашел в кабинет следователю и в моем присутствии с ним ведет беседу. И говорит, что это говорит, не была... Говорит, он сказал, что он человек неверующий, я говорит, человек, мне как-то странно. Он не мне говорит, а я к насповедь пришел до следователя. Что он неверующий, рассказывает ему. Потом, значит, говорит, что это была говорит, какая-то чертовщина произошла. Вот, значит, буквально цитата. Потом, значит, говорит, что это не была говорит, галлюцинация массовая, потому что всем нам это, мы видели это все, что у него была голова вскрыта. Вот как вот, ну, объясню, как консервная банка там вскрыта. Но самое интересное, минут 15, ну это было прямо возле Кролевца, будем так говорить, пригород как бы. Так вот, значит, когда до Кролевца доехали, до больницы, минут 15 они ехали, наверное, я думаю, их ходу. Так вот, за это время мальчик полностью исцелился. Полностью. То есть загружали его с равными несовместимыми жизнью, а выгружали уже полностью живого, здорового, счастливого, довольного. Врач сказал, ему даже когда вот здесь смыли кровь, и у него голова захлопнулась и заросла за эти 15 минут. И даже кожа срослась. Вот, значит, когда ему смыли здесь кровь, кровь проверяли, мальчика кровь, не чья-то кровь, это не чьей-то кровью он вымазался, это была его кровь личная. Но как могла голова открыться, кровь вытечь и потом закрыться и срастись, и кожа срастись, и даже ни царапинки, ни шва, бесшовное срастание было и кости, и, значит, этого кожи. Головы. Значит, смыли ничего не напоминало даже о травме. Это было одно чудо, первое. Дальше было еще больше удивления от хирурга. Хирург, не так давно он ушел в вечность уже. Вот, я бывал в Кролевце уже после того уже. До того я не был никогда разу там. Вот, после того уже бывал, там проповедовал. И представляете, значит, там, значит, хирург так умер, к сожалению, атеистом. Хотя... Может быть, перед смертью все-таки он призвал имя Господа. Для него в 2003-м был точно был знак свыше. Представьте, при нем мальчика раздевали догола, одежда показывала однозначно, что на теле должны быть многочисленные повреждения. Но самый был шок для хирурга увидеть его чистое тело. Понимаете ли, хирург сказал такие слова, что как будто бы ощущение, как будто бы его, он не видел, конечно, то, что видел врач скорой помощи, того ужаса на дороге, да, вскрытой головы, но он понимал, что, вот, он сказал так, что как будто бы его по дороге переодели в чужую одежду. То есть одежда явно с ДТП, парень, а под одеждой все чисто, лишь внешний осмотр, лишь под ягодицы нашли, даже не синяк, шлепок, говорит, это вообще... Потом делали, значит, у него все работало, то есть не было никаких переломов, все двигалось нормально, никаких жалоб не было, там внешний осмотр произвел такое неизгладимое впечатление, а внутренний еще большее, потому что пока его раздевали, щупали всего, то, значит, с ним еще ведь разговаривал врач, да, ну, специально, чтобы проверить его состояние, мало ли там, как бы, головой-то ударился все-таки, по-любому, и представляете, значит, по ходу разговора они, ну, как бы так, узнают, будем так, друг друга. То есть этот мальчик у них лежал уже в хирургии. И врач не ошибся, на самом деле мальчик все признавал, да, лежал он у них в хирургии, был с переломом, было связано там с падением с мотоцикла когда-то, вот, значит, то есть он на мопеде учился там, вот, то есть явно не его транспортное средство. Вот, и представляете, значит, их... Но когда делали ему снимки, проверяли же его и кости, представляете, не только новые переломы все заросли бесшовно, но и след от старого перелома исчез бесследно, как будто бы не ломался. И врач скорой помощи потом говорил как раз следователю, вот я что и услышал-то,
чтобы, как бы у него тогда первый раз хорошо не зажило, а у него хорошо зажило с первого раза, все замечательно. Вот, но самое интересное, след на снимочках должен быть от того старого перелома. Он говорит, не бывает бесшовного срастания кости. Такого не бывает. Поэтому затянулось все до вечера, были другие врачи, с теми я уже не знакомился. Вот, значит, но те врачи полностью потом вечером, уже поздно вечером, подтвердили. Делали снова снимки все, и все были в ужасе. Потому что не только новые переломы все исчезли бесследно, но и старый след исчез. Как будто кости его не ломались никогда. Дальше было еще больше. Врачи нашли лишь в нем, в организме, лишь одну проблему. Но им казалось, она не связана никак с ДТП. А для меня это было еще одно подтверждение того, что это был все-таки летальный исход именно. Потому что в нем не нашли пищи. Как будто бы он давно не ел. Не просто день или два или три, а давно не ел уже. Как говорится, не маковой росинки. Ну, стали спрашивать, когда он ел последний раз. А он возьми и скажи им, что с утра хорошо позавтракал. И описал то, что он завтракал. Ему не поверили, думали, врет. Стали специально, знаете, медсестры потом говорили мне. Мы стали расспрашивать, а что тебе мама любит готовить, что ты любишь кушать там. И по всему было понятно, что он не врет. Хо. А вчера ты ел? Ел. А позавчера ел? Ел. Он ел каждый день и не раз в день. А судя по его рассказу, завтрак у него был очень плотный, потому что предполагался один прием пищи у него. Они сбегали со школы, это была пятница, они в школу не пошли, эти ребята на мопедах, на мотоциклах, они с разных сел в тот день съезжались, у них был преступный сговор такой, съезжались в одно село. И потом должны были весь день и ночь кататься. То есть у него был один прием пищи, поэтому он наелся очень хорошо, как мужик поел. Но самое интересное, врачи были, у него же это ж кишки. Понимаете, он уже не птица, что ему там все раз и поел, и наплевать на всех, как говорится. Вот, понимаете, стали спрашивать как, не только за его стол, но и за стул. Вдруг у него там сверхспособности какие-то, туалетный индиго, какой-то, я не знаю. Короче, стали расспрашивать. Он признавался, что у него все обычное, как у людей. То есть ничего такого, никаких сверхспособностей у него таких нету. Вот. И вот это было, это оставили врачи потом без комментариев просто. Но для меня комментарий был свыше. Он сам собой напрашивался в мой ум, потому что мой ум еще отказывался признавать это факт воскресения. Я, честно говоря, я как бы, я верующий, но не до такой степени, знаете, что вот мертвые так вот воскрешались, так вот, значит, и вот так вот больные, ну, больных я видел много исцелений, но вот так быстро и вот, вот так махом, это для моей веры это было слишком тяжелым испытанием, понимаете ли? Поэтому даже эти неверующие милиционеры, следователи, врачи, они быстрее поверили, чем, казалось бы, мне сам Бог велел верить. Вот так вот. Ой, ну ладно. Одним словом, пришлось мне признать факт, что да, он реально воскрес и вот так быстро исцелился. И вот в тот день, не буду вас томить, буду завершать уже, а то, значит... Но интересно, мне самому даже интересно вспомнить. После этого были другие случаи воскресения, не менее эффектно, даже один случай был еще более эффектный случай воскрешения из мертвых. Но, понимаете ли, в тот день был для меня ценным не только по именно факту воскресения этого мальчика, но и также и его быстрого исцеления, но и по откровению. Когда мы ехали обратно, я пережил еще один стресс, который помню все эти 15 лет. И еще один стресс, которого не испытывал никогда больше вообще. А вот подобный стресс я не испытывал ни до того в своей жизни, ни после того не испытывал подобный стресс. Я слышал Бога. Знаете, я не псих, я не слышу голосов, все нормально у меня, значит, там. Но я слышал реально громкий голос. Притом я ехал в машине, был за рулем опять, мы ехали обратно в Киев домой, и... Жена была со мной, она не спала, но самое интересное, как потом выяснилось, я думал, что она все это слышит, это нельзя было не услышать, это как будто в машине резко включили громкую музыку, я думал, это слышно даже за машиной далеко, но самое странное, уже дома узнаю от жены, что она, кажется, ничего не слышала вообще, я говорю, ну хотя бы какой-то шум дополнительный, помимо там машины, ничего, то есть это только я слышал, получается, я слышал громкий голос. Очень громко, я не буду так орать сейчас, но это, он не орал, но он говорил очень громко, как старый еврей, при том, это вот такой, это просто не передать, это просто не передать, и очень громко было сказано. И это было, вопрос, это чисто по-еврейски, кстати, на все мои вопросы, мне бы самому кто ответил на мои вопросы. Представляете, я слышал три раза одно и то же, один вопрос, ты это видел, и все, вот. Вот это три раза я слышал одно и то же. Ты это видел?
Я не мог ничего ему сказать. Понимаете ли? Вот. Хо. Если бы сейчас, может, что-то сказал бы, но тогда вот что-то промямлил, что-то, даже не помню, ну, типа, да, Господи, и все. Потому что я сам был, честно говоря, ну, просто, ну, я никогда не слышал в жизни вот такого, ничего в жизни, просто, понимаете? Я был не готов к этому абсолютно. Для меня в тот день было стресса вот так вот еще, чтобы еще что-то еще переживать сверх того. Слишком много всего было для одного дня. И этот голос три раза меня спрашивал об одном и том же. А потом, спросив третий раз, тот же самый голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все, и больше ничего не слышал. Но самое интересное было в этот момент. Я больше ничего не слышал. Но само собой, это уже не было голосом, это были мои мысли, но это было из Библии. Одно и то же, я не мог о другом ничего, ни о чем подумать даже, не мог ни о чем другом мыслить. Одно и то же в голове вертелось, десятки раз, одно и то же. Я есмь воскресение. Еду, и опять, я есмь воскресение. Я есмь воскресение. Потом я еду дальше. Я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь. Десятки раз одно и то же вспоминалось. Я не думал ни о чем другом просто. Был захвачен этими мыслями. А потом там есть такой поворот Кипти, знаете, там, да, по Черниговской трассе. Эти Кипти мне на всю жизнь запомнились, эти Кипти. И каждый раз проезжаю Кипти сейчас, я просто Бога благодарю очень сильно. Кипты называется. А как? Кипты. Ну, короче, ладно, короче, Кипты. И вот эти Кипты, короче, мне запомнились на всю жизнь. Знаете как? Когда съезжал уже, значит, на трассу, представляете, мысль продолжилась очень интересно. Ха. Я же это место писания, ну, уже читаю эту Библию долго ж, с 82 года, как бы, изучая писание-то. Еще пацаном, когда вот, ну, пережил Бога первый раз в жизни, и обращение к нему пережил еще тогда. Вот. И, понимаете ли, и в свое время учил наизусть, потому что Библию достать было очень трудно, и переписывал от руки, и полностью Евангелие от Матфея, хранил это все, там другие Евангелия, там и фрагменты писал. И эти места Писания были, ну, мне знакомы прекрасно, но, понимаете ли, мысль была не совсем синодальна перевода. Мысль была потрясающая. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Я же прекрасно понимал, что в переводе синодальном нет такого, вот даже если. Я потом копался. Это, кстати, один из вариантов перевода. Интересно очень даже. Но мысль была такая именно. И до самого Киева она продолжалась. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Я есмь воскресение и жизнь. Братья, сестры, Он есть действительно воскресение и жизнь. Он касается всего человека. И вот причастие, коль мы так, я немного затянул, извиняюсь, свидетельство еще, хотел поделиться всем этим. Знаете, сегодня для меня и даже Евхаристия, причастие – это воскресение и жизнь. Потому что я знаю, что Он умер за меня. Рассуждая о теле и крови Христа, я рассуждаю, что таким образом полноевангельски, у вас же называется полноевангельская церковь, нужно полно рассуждать, не частично, а полно рассуждать. В полном объеме принимать, а рассуждать достойно, благочестиво, как христианину, что кровью Иисуса Христа я искуплен, я прощен, не частично, не на 90%, не на 99,9%, а на 100% прощен. О, это так сложно, но это так просто. Все гениально просто, говорят. Это самое гениальное из гениального, но на самое простое из простых. Но поэтому и принять-то его сложно-то. Если бы он сказал, я простил вас, но он на 99% и 9%. Или 99% даже. А вот маленький процент не простил, вот вы с ним сами как-то справляетесь. Вот это принять было бы проще человеку. Вот серьезно говорю. Это было бы проще принять как-то. А вот принять то, что Он на все 100% простил, абсолютно, то, что было в твоей жизни, то, что есть, то, что будет, полностью тебя простил, хо, а я вижу иное, в этой реальности вижу иное порой, хо,
А в его реальности, более реальной реальности, это другое. Хо. Я полностью исцелен через его святую кровь. Как? А если немощи, какие болезни? Нет, я исцелен. Из этой более реальной реальности, в эту реальность, не такую сильную реальную реальность, земную реальность, пусть придет его божественная реальность через тело и кровь Иисуса Христа сейчас. Да, спасибо, Господь, спасибо. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен ты, Господь, Бог наш, примиривший с собою во Христе весь мир, спасший нас, исцеливший, благословивший. Ты есть воскресение и жизнь наша. Слава тебе, Господь, Бог всемогущий, Бог всесильный. Благословен ты, Господь. Благословен. Царю небесный, утешитель, Дух истины, ты, который везде присутствуешь и все собой наполняешь, сокровищница благ, жизни подателю, ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши, святый Боже, святый крепкий, святый да смертный, хвала тебе, слава и честь. Благословен ты, Царь наш, благодарю тебя, Господь великий, Бог Израиля. Как матушка сегодня сказала в слове, в потрясающем этом слове, действительно, братья, сестры, так и есть, ведь на самом деле мы стали общниками корня, соков, жизни. И христианская церковь — это не что-то такое, откуда ни возьмись, ни с того, ни с сего. О, люди должны все понимать прекрасно, что из ниоткуда ничего не происходит. Ну, если не считать только лишь самого первого акта творения. А так в этом тварном мире все откуда-то имеет место проистечь, произойти. О, и нельзя быть Иваном, не помнящим родства. Таким духовным перекати поле. Господь, благослови нас. Ты есть виноградарь. Мы виноградник Твой. Посети сегодня, Господь, виноградник сей, насажденный Твоей рукою. И благослови виноград сей. Да принесем много плода, Боже наш великий. Благословен Ты, Царь наш. Это тело Христа. Это кровь Иисуса Христа. Принимаем с благодарением, с радостью, исцелением, прощением, освобождением, обогащением, всеми благословениями небес. Аминь. Пробьет девятый час, падет завеса в храме, пробьет девятый час, падет завеса в храме. Всей земли текут слова Твои, и вели, слова слова Твои, во всей земли текут слова Твои. Слава хвани,
Благословим его, что он не просто ищет большие церкви, он идет туда, куда его Бог посылает. Господь, мы во имя Иисуса Христа просим твоего помазания, и дабы это ты помазал, не просто пастор Константин, дабы это помазание во имя Иисуса Христа приумножилось, когда он будет возлагать руки, и сила воскресения действовала в нас, как когда он свидетельствовал, ибо тот дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, в силе исцелит все наши тела, в которых мы живем. Во имя Иисуса Христа благослови его дом, храни его там в России, благослови, Господи, дело рук его, Евангелия и призвания, храни его реформация, пробуждение православия, межконфессиональном и междуноминационном служении, как здесь, на Украине, в Украине, так и в России, по всей земле. И мы просим силы, просим помазания, упросим охраны, благословляем, чтобы дары его приумножались
и чтобы славу он в себе не удерживал, а воздавал Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, единому, суверенному Богу неба и земли. И мы говорим все аминь. Аминь. И вновь. И вновь пробьет девятый час, который раз завеса разорвется для всех, для нас. Настанет этот час, и кровь Христа на раны не зальется. И сейчас споем благословение. Будем молиться, сейчас мы с пастором Константином, да? Я помажу елеем с вас, с превеликим удовольствием. Но сейчас споем благословение. Я везде пою это благословение, очень люблю это благословение. И пою его я на русском языке сейчас и на еврейском. Еврейском языке. Я очень люблю петь его на еврейском. Еврейским я выучил только за то, что им говорил сам Мессия, сам Машиах. Вот. И по отцу я еврей, по матери татарин. Это кто вот. Кстати, у меня даже есть и украинские корни, получается, потому что моя бабушка, ее звали Миньбану, она была из крымских татар. Вот. Так что у меня есть украинские корни тоже. Вот, значит, а дедушка мой, его звали Галя Ахмед, он чисто казанский татарин был. Вот, значит, и, в общем-то, знаете, поэтому я очень был рад, что, значит, Бог дал мне благословлять и татар, и евреев, и я пою с большим удовольствием на татарском языке благословения. Вот, но сейчас пою на иврите. И это благословение сейчас для всех вас, для каждого. Для всех и каждого. Давайте откроем сердца наши. И в этом благословении есть разные переводы. Но вот есть один из переводов, где говорится: «Пусть Всевышний Всесильный улыбнется тебе, смотрит по-доброму на тебя всегда, все дни твоей жизни». И там говорится «шалом» в конце. «Шалом» — это мир, абсолютное единство с Творцом, абсолютное единство с Богом, абсолютное единство с Господом. И этим благословением я благословляю Украину. Я очень люблю Украину, очень полюбил. Я рассказывал, как я приехал, но, знаете, Бог столько чудес здесь совершал. У нас из наших шестерых детей трое родились в Украине. Вот. И Бог дал очень такую большую любовь к украинской мове. Я даже по-хорошему завидую, кто владеет украинской мовой. Так вот, может, я прям ангельская мова. Именно ангельская. Потому что, ну, на самом деле, на русском не проще говорить, допустим, но на украинском петь одно удовольствие. Даже не надо напрягаться, просто выдыхай и все. Оно само поется. Так что мы еще споем еще на украинском, обязательно, да. Вот, и, но пою это благословение сейчас на еврейском языке, иврим, чтобы это благословение сейчас небо прозвучало во всем объеме своем. Shalom.
себя Господь.